Всем большой привет, Эйприл на связи. Играем в Черное зеркало 2, точнее уже заканчиваем. Нам нужно теперь бежать к этому постаменту. Шириной всего в пару миль. Да-да-да. Ну, вставляем. Я, правда, не знаю, в какой последовательности тут нужно все это делать. Мозаика точно вошла в углубление. Ну, и хорошо. Второй фрагмент тоже подошел. Дело за последним. Что у меня есть какое-то такое странное ощущение, что у нас будет здесь куча загадок, и я как обычно. Порядок. Все три фрагмента мозаики на местах. В постаменте три углубления. Ладно. Ворота открываются с помощью мозаик. А, ну и чего? В постаменте три... Подожди. Да не, она не разрешит. Анджелина не позволит нам. О, смотри-ка, разрешила. Даже ничего не сказала. Давайте с ней поговорим. Послушай. Не думаю, что нам с тобой есть о чем говорить. Шутишь? Я... Я сказала, болтовня меня не интересует. Не бойся, мама. Я вытащу нас отсюда. Молчать. Лучше займись тем, чтобы мы снова попали внутрь. Что это было? Может быть, его порт... Нет. Подожди, а что? Сфотаем. Давайте сфотаемся. Семейная фотография на память. В постаменте три углубления. Шириной. Все, я же поставила. Подожди. Что? Туда лампу надо вставить. В постаменте три угла. Хорошо. У нас нет спичек. Ворота открываются с помощью мозаики. В постаменте три угла. Анжелина полна решимости. А, нет, ладно. Так, свеча. Очень странно. Свеча на постаменте горит. Кто ее зажег? Я как-то не видела логики между, между мозаикой и лампой. Поэтому я так удивлена. Ну, хорошо. Ладно. Эта львиная голова не просто так оказалась в лучах света. Может быть, ее можно сдвинуть? Я так не думаю. Оцарапай руку о стену. Ты хочешь... Живей! Не делай этого, Дэрен. Врата запретны для нее. Считаю до трех. Три. Стой! Хорошо. Тут придется нам это сделать, да. Как бы не хотелось, но... Как бы не хотелось... Ой. Ой. Наконец-то. Давай, вперед. Впечатляет. Похоже, здесь давно никого не было. Это только начало. Что это такое? Я чувствую силу. Мордред здесь. Совсем близко. Бред. Основатели Академии указали восьмерых избранных, хранителей силы. Ворота откроются только, когда все восемь избранных встанут на эти пластины. Иначе придет смерть. Это все из старых летописей. Да, в таком случае тебе ничего не светит. Нас всего-то четверо. Ничего, братец. Уверена, ты что-нибудь придумаешь. Что это такое? Да она совсем с ума сошла. Ничего не поделаешь. Видимо, нужно нагрузить все восемь пластин. Но что делать, если какой-нибудь избранный неожиданно выбывает из строя, а заменить его некем? Ведь они обязаны были предусмотреть такой случай. Нужно как следует осмотреться. Ладно. Давайте сейчас уже смотрим.
А, смотри, записка. Кстати, знаки я вижу очень плохо. Вот, которые здесь нарисованы. Здесь какая-то записка. В записке изображен полукруг, состоящий из различных символов. Думаю, это что-то вроде руководства пользователя к каменным плитам. На третьей плите слева изображен нож или что-то вроде того. Кроме того, слева изображен цветок. Слева в центре — солнце. Справа в центре — вода. И с правого края — снежинка. Ладно. В записке из... На третьей плите... Кроме того, слева... Так, сейчас. Ну все, нам перерисовал. Вот это что такое? Это что-то вроде... Подожди. Здесь череп, да, нарисован, если я неправильно понимаю. То есть, если сюда встать, умрешь. Так, я нашел записку, на которой нарисован полукруг. Да-да-да. 8, дверь, нож, солнце. Ну, давайте, я не знаю, давайте сохранимся. Я знаю, что здесь есть автосохранение, ну, так. Давайте вот на эту станем, потому что там две плиты были со знаком дверки такой. В пол встроены 8 каменных плит. Посмотрим. Подожди. Так, это нехорошо. Вот сюда иди. Там вроде бы ничего не должно произойти. Во, отлично. А, понятно, да, это значит вот к этим дверям. Да-да, давай, Анжелина, вставай сюда. Анжелина. Что? Что? Ты должна встать на одну из пластин. И получить нож в сердце? Ну уж нет. Пластины связаны с воротами. Пока ты не встанешь на одну из них, я не смогу открыть ворота. Тогда пусть она это сделает. Куда ей встать? Мама, ты не могла бы встать на ту пластину? Ладно, бежим туда. Что здесь будет? Табличка. Здесь написано: зеленое платье под белым плащом. Ее разглядишь ты за снегом и льдом. О ней возвестят песни первые птицы, а в талой воде ее лик отразится. Ну да, это времена года, понятно. Это весна была. Тут лето, осень, зима. Тут видно по рисунчикам. На этой плите написано: при мне созревает, при мне высыхает. Один богатеет, другой обнищает. Я мать урожаев, жары и грозы. Я тоже любима, но в тени сестры. Ладно, сюда. Просто все прочитаем эти таблички, там уже посмотрим. Я не знаю, что на делать. На этой плите стихи. У меня есть крылья, летаю я кругами. У меня есть песня, подарена дождями. У меня есть зубы для ваших урожаев. У меня есть щедрость, остатки делю с вами. Ладно, и последняя табличка.
Здесь написано следующее. В воздухе кружится, на земле лежит, падает с деревьев, руки холодит. Как тепло настанет, водою зажурчит. Хорошо. Механизм. Здесь какой-то механизм. Куча разных символов. Ну а как же иначе? Что, простите? А, то есть... А, тут надо все это поставить. Подожди. Это весна у нас. Ой, я не знаю. Но здесь, наверное, солнце будет. Правильно же? А, да. Тут, понятно, снежинка. Здесь, наверное, что-то с урожаем связано. Что типа вот этого. Ой. Ничего не получилось. Наверное, нужно еще раз прочитать текст, а после этого нужно установить символы решения. Да я это уже поняла, только там надо же все это... Давайте сюда сходим. Здесь вода. Свет проникает только на пару метров. Глубина может достигать и сотни метров, я не знаю. Страхолюдина. Какой-нибудь демон или мифическое существо. Хорошо. Загадочные стихи. Ну да, тут не получается. Хорошо, еще раз. Здесь зеленое платье под белым плащом. Ее разглядишь ты за снегом. Да, вот там этот цветочек был. Здесь лето. На этой при мне созревает. Я мать урожая. Я тоже любима, но в тени сестры. Да, я тоже любима, но в тени сестры. Хорошо. На этой у меня есть крылья, у меня есть песня, у меня есть зубы для ваших урожаев. У меня есть щедрость. Остатки делю с вами. Ладно. Здесь написано следующее. В воздухе кружится, на земле лежит. Ну да, это снег. Вот здесь вот этот цветочек был. Подожди, вот здесь это 100%... Так, нет. Здесь снежинка. Так, вишенка, нет. Гриб. Ну, наверное... Подожди. Нет, здесь вот этот цветок. Ну, мне кажется. По крайней мере. Ой, как неудобно. Так, давайте сначала сделаем вот это. Да, солнце. Да, потом сделаем цветочек. А, подожди, нет. Подожди, если то вот так поворачивается, хорошо. О, я не то сделала. Подожди. Хорошо.
Нет. Плохо. Хорошо, так. Плохо, хорошо. Так, сначала сделаем. Мне кажется, солнце. Но здесь... Может, вот этот цветок, я же не знаю просто. Хорошо, так. Еще раз цветок. Может быть, вот это ледышки. А-а. Это огонь, листва. Это же зима, да? Здесь весна. Так, лето, осень. Или... Ну, вроде бы, да. Или подожди. Это что, виноград? Мельница. Ладно, попробуем с мельницей. Я просто ни в одном из вариантов не уверена, поэтому... Сейчас. Так. Поэтому я как-то тогда... Ладно, снежинка, опять же. Вообще не понимаю. Ничего не получится. А после этого? Давайте еще раз прочитаем. Боже мой, как сложно. На этой при мне созревает, при мне высыхает. Я мать урожа, я тоже любима, но в тени сестры. Это там все при мне созревает, при мне высыхает. Это ж солнце. Правильно? Или что-то другое? И что значит, я тоже любима, но в... На этой плите стихи. У меня что-то есть в тени крылья, сестры. Летаю я кругами. У меня есть петь, у меня есть зубы, у меня есть... Да-да-да, я здесь... Слушайте, что я тогда? Здесь... Это мельница. Все, да. Здесь что? Здесь написано, в воздухе кружится, на земле лежит, падает. Да, это снег. Так, еще раз весну. Вот я не уверена с летом. Там написано вроде там всеми любима, но в тени сестры. Здесь написано. Какой сестры? Зеленое платье под белым плащом. Ее разглядишь ты за снегом и льдом. О ней возвестят песней первые птицы. А в талой воде ее лик отразится. Я не знаю. Сейчас пойдем разбираться. Что подходит лучше всего? Это вишня, это гриб. Это божья коровка. Это, наверное, огонь. Лист. Ну, так. Ключ. Ну, тут какие-то странные варианты, на самом деле. Вот этот цветок, бабочка. Так, подожди. Мне все-таки кажется, что это цветок, потому что вот... Ну, не теленок же, он из-под снега. А...
может, птичка, ладно. Я не знаю, я уже... Я просто сейчас не помню их наизусть. Подожди. Все эти. Да, у меня тут... У меня есть крылья. Нет, это тоже не то. Я не понимаю. Ну, тебе говорила, да, что будут проблемы? Ничего не... Наверное, а после этого нужно... Так, я уверена только в... Нет, не в зиме, а... Здесь написано. В осени, в зиме. Зеленое платье под белым плащом. Ее разглядишь ты за снегом и льдом. О ней возвестят песни первые птицы. А в талой воде ее лик отразится. Так, ладно. Кому эти загадки очевидны, ну... На этой плите написано. Вы слишком умны, при значит. При мне созревает, при мне высыхает. Я мать урожаев, жары и грозы. Я тоже любима, но в тени сестры. Так, пойдем смотреть весну. Они возвещают птицы. Это ключ. Я уже с этим же цветком пробовала, правильно? Сейчас. Так. Косточка. Подожди. Нет. Ну, это не то все. Это бабочка, господи, теленок, я не знаю, птичка. Что это за ключ такой вообще? Мне кажется, вот этот цветок, это более-менее правильный вариант. Единственное, я опять же не знаю... Я всеми любима, но в тени сестры. С листиком я уже пробовала, по-моему, да? Ой-ой-ой. Прям мне нехорошо. Ну, сказала, что я мать урожаев. Это солнце. Здесь я вообще не понимаю, что от меня хотят. Я не знаю, может быть, это... Я уже в порядке бреда. Это, может быть, подразумевается знак зодиака, что он весной же. Это... Я знаю, что это какая-то чушь, но я просто уже не понимаю абсолютно. Так, нет. Так. Ну нет, это какая-то ерунда просто. Не, я не понимаю. Я бы все-таки ничего хотела. Не... Наверное, я бы все-таки после... хотела понять. Может быть, сходим в другой зал, там тоже будет какая-нибудь загадочка. Так. Так, дверь. Вот вторая. Сейчас сходим, посмотрим. Да. Может, попросить маму сразу же? Да, Эдриан. Так, вставай туда. Ты не могла бы встать на ту плиту? Это безопасно? Да. Доверься мне.
Хорошо. Да-да. Бежим туда. Там еще одна загадка. Это ужас. Вы издеваетесь? Что? Так, шестеренка, инструкция. Большая доска с балками и кнопками. Выглядит очень сложно. Да что не ты? Не сейчас. А, то есть все, да? Это не сейчас. Тут что происходит вообще? Что это? Что-то я такое припоминала, что в конце будет какая-то ерунда, которую я не смогу решить, естественно. Канат каким-то образом связанный с механикой. Только пока не понимаю, куда он идет. Но все же, судя по всему, наверху что-то висит. Канатка, но все же, судя... Ладно. Канатка... Шестеренки. Не представляю, для чего эти шестеренки. Наверное, они связаны с ловушками на канатах. Не представляю. Ну, так, опять же, канат. Ну, давайте символы посмотрим. На стене у каждого каната нарисованы эти символы. Думаю, для подсказки. Ой, ну... На стене у каждого каната... А ты будешь их приближать или... Или мне нужно отсюда вот как каким-то образом... Я же ничего не вижу. Вы издеваетесь? Так, подожди. Тяжелый груз. Огромный каменный блок. Весит не меньше тонны. Этот вес наверняка удерживает закрытыми большие ворота внизу. Огромный каменный... Этот вес наверняка... Ладно, спуск. Почему люди так изобретательны во всем, что касается оружия, войн и убийств? Построивший такое мог бы принести много пользы людям. Да, я тоже не знаю. Шестеренки. Даже не верится. Механизмы и устройства кажутся очень сложными. И они сделаны из металла. Никогда бы не подумал, что люди могли построить такое много веков назад. Наверное, это придумал какой-то гений. Ну, там больше некуда. И тут все это канат, канат, канат. Да, инструкция, может быть, все-таки. Не сейчас. Нет, я чувствую, что нам все-таки нужно решить эту загадку. Что еще, может быть, что здесь что-то есть? Фигуры посмотрим. Это какие-то горгульи или демоны или что-то подобное. Может быть, сам дьявол? Не знаю. Да мне и все равно. Дыры. Ладно. В стене несколько отверстий. Наверняка это часть какой-то хитроумной ловушки. Так, и решетка. Решетка открывается с помощью конструкции наверху. Каменные плиты тоже как-то с ней связаны. Решетка открывается с... Ну, слушайте, я не знаю... У меня варианты закончились, поэтому я думаю, что я сейчас просто схожу и посмотрю, потому что, в принципе... Да, я все-таки хочу посмотреть, потому что если, наверное, мы нажмем на
знаете, вот этот вот значок «пропустить загадку», там нам не... Ну, я не знаю, покажут нам или нет, или это будет очень быстро, я этого не замечу, какие в итоге были правильные ответы на вопросы, поэтому я к вам вернусь, просто, знаете, чтобы уже не терять времени, потому что тут вот уже финал близок, и мне прям таки не терпится его увидеть, потому что мне интересно, что там будет в конце. Так что увидимся через секунду.